Всем доброе. Последнее утро 2019 года. У нас вот так вот прохладненько, 11 градусов всего на улице, представляете? Но через пару часиков прогреется до 18-20 и будет все. И будет все хоккей. Я в своем любимом фар-шарфе, он мне теперь любимый, потому что он такой мягкий, такой... Так в него хочется укутаться. Чарли! Он их боится? Он их вообще боится, но погавкать — это, как говорится, на котов святое. А так он их боится, потому что один раз кошка его поцарапала прям чуть ли не в глаз. Я дала, пускай, говорю, знает, что такое. Было, конечно, страшно, но живой и здоровый. Надо так их приучать. Вот сейчас поработаю немного, потом мне нужно съездить в магазин, купить виноград. Я винограда у меня нету. Еще шампиньончиков хочу приобрести. Ну, в общем, вместе пойдем. Так что пока на работу пойду открываться потихонечку. Приготавливать все. У меня уже есть записаны клиентки, так что последний рабочий день в этом году. Все последнее. Я сейчас в Алькампо. Везде столько народу. Вообще. Сейчас пойду возьму. Видите, тут не пролезешь, короче. Взяла мандарины, шампиньоны и картошку маленькую. Пойду за водой и пиво мужу возьму. И найти блины. Так. Виноград в банках. Слышите? Моден Руш, Рашин. Вот, виноградик. Блин, а что три-то? Видите, он специально продается. Вот. Ну, пускай будет три. Один сожрем. Сколько он стоит? 2,85. Дорого. Дорого, богато. Нам как раз две баночки, чтобы полопать. Я вот, помните, какой пирог покупала в Лидле? Все, такой я больше найти не могу. Вот думаю, может быть, какой-нибудь пирог такой взять и сделать. Как вы думаете? Потому что тот был просто обалденный. Но все, в Лидле его нет. Такие-то какие-нибудь вкусные, наверное. Не знаю, может быть, и взять какой-нибудь. Ну, точно не сегодня, значит, неохота. Так, шоколадочка. Вообще кушать хочу, потому что я сегодня работала тоже уже, ну, запозднилась, скажем так. Вот эта вода очень вкусная, друзья. Кто вообще? Она с лимоном и слима. Она обалденная. Там сок есть 35%, поэтому есть осадок, естественно. Возьму пару бутылок. Одну вот с собой. Одну домой. Вообще классная такая, знаете. Там ни сахара нет, ни... Нет, сахар есть, наверное. Там нет сахарозаменителя. Я теперь смотрю, не чтоб... ни сахарозаменителя. Вообще. Тут разной только воды нет. Ну, в общем, все. Я купила. Можно идти домой. Хотя сейчас посмотрю в список. Я сегодня даже составила список. Потому что сегодня, если я что-то не куплю, то все. Больше я уже это не куплю никогда в этом году. Никак. А пиво. Пиво безалкогольное мне нужно. Сейчас посмотрю. Ну, тут все. У меня муж болеет. У него кашель какой-то. Ему выписали антибиотики. Поэтому надо безалкогольное какое-то взять. Буду смотреть. Только зашла домой. В общем, у меня сегодня на обед будет вот такой салат «Цезарь». Из Лидла, очень вкусно, я просто обожаю. Еще взяла на пробу вот такие вот, в Алькампо у нас есть там отдел с такими вот вкусняшками, скажем так. И вот такие баклажанчики маленькие взяла попробовать. Маринованные, пахнут, конечно, не обалденно. Ну, я сейчас один попробую и на Новый год. У нас будет, ну, что уже, секреты будем раскрывать. На Новый год у нас будет три пары, я так думаю, если честно, не знаю. Будем отмечать у Ольги, там у нее на даче. Вот. А перед этим я сейчас пойду сумку собирать, знаете куда? В баню с легким паром.
В общем, что-то девчонки подумали и захотели в баню, представляете? Ну, баню, сауна. Вот, и поэтому в 6 часов мы пойдем в сауну. Так, вот, ну там, они как, ну, где-то собираемся. Я в эту сауну ни разу не была. Как-то они там собираются шампанское пить, все дела. Ну, посмотрим, что почем и как. Я в Алькампу немного всего купил, ну. Вот, в общем, сейчас я вам покажу свое меню, какое я буду делать. Нет, не покажу. Когда буду делать, тогда и покажу. В общем, купила картошку вот такую маленькую. Помните, я вам показывала? Я ее буду запекать шампиньонами. Предварительно отварю почти до готовности. Порежу вот так. Сделаю чесночок, лучок, укропчик. Все это смешаю, будет такой соус. И запекаться отправлю в духовку вместе с мясом. Вот, вот воду эту сейчас попью. Мужу вместо пива купила вот такой... Вино безалкогольное, мосто. Вот, батарейка садится. Ну, я что-то подумала, мне кажется, это вкуснее будет. Надо, кстати, попробовать. И вот, это мой обед такой вот. И садится батарейка. Поднялась наверх, чтобы повесить белье и сорвать. Я, в общем, буду делать салат с моцареллой, помидоры и вот эта вот травка. Как она? Альбака. Не помню, как называется. Такое ощущение, знаете, что я на минном каком-то поле, на какой-то войне, честное слово. Стреляют со всех щелей, взрывы, вот эти вот, петарды, вот эти вот. Слышите, это вообще какой-то кошмар. Я не знаю, какое удовольствие им приносит вот это. Не понимаю. Потому что, ладно, ночью, да, фейерверки, там их видно, там красиво. А днем зачем? Зачем днем? Только собаку мою пугать. Там стреляют, тут стреляют, со всех сторон стреляют. Ужас. В общем, вешаю белье и пойду сейчас готовить. Сейчас вам покажу, что я буду готовить. Сделала уже заготовки. Здесь масло, альбака, базилик. Базилик по-русски, по-моему. И соль. Потом вот помидорки порезала и моцареллу тоже порезала. Останется только выложить все на тарелочку и полить вот это вот заправочкой. Все будет вкусно. Теперь я почти до готовности отварила картошку. Вот, сейчас порежу ее. Не знаю, может быть, сейчас, ну, покажу, какими дольками. Вот. Порезала картофель. Здесь у меня греческий йогурт, чеснок, прям много чеснока и разные специи, какие на ваше усмотрение. Я вот добавила вот такая армянская, мне она нравится, я ее ко всему добавляю. Сейчас я все это в картошку вот так вот все перемешаю вместе с соусом. Вот сейчас и дальше, и сверху добавлю грибы. Кстати, этот рецепт я придумываю на ходу. Это не какой-то там Инстаграм или что-то. Это вот просто я его солепила. Я почему-то подумала, что йогурт греческий, ну, типа сметаны. И картошка с чесноком. Это зашибись. Вам так не кажется? Пахнет уже вкусно. Картошка, кстати, почти готова. И прям вот она прям почти-почти. Потому что мясо будет курица. Курица — это рулет из курицы, начиненный этим ветчиной и сыром. Ой, картошка, не вываливайся. Вот так вот сделаю, вот так, чтобы положить мясо в серединку туда. И сейчас сверху положу мясо вот сюда и уже грибы сверху. В общем, стеклянное у меня не поместилось ничего, я переложила на противень. И вот так картошку. Ну, курица, она готовится быстро. Поэтому вот так сейчас запечется. Ну, минут на 40 я буду смотреть, как что поджарится. Мне кажется, получится очень вкусно, потому что пахнет уже просто обалденно. Ну все, мы едем в сауну. Поварим косточки. Едем только девчонки. Вот женским коллективом. Поеду на машине мужа, потому что... Хотя тут можно было припарковаться.
В общем, моя машина, я так ее поставила, что там можно потом припарковать, чуть-чуть мою подвинуть и вторую тоже припарковать. В общем, все продумано, потому что потом вообще парковки не будет, труба. Поэтому, хотя я не очень люблю на ней ездить, но когда нет выборов, вернее, выбор есть, но неохота. В общем, ну вы поняли, да? В общем, с легким паром. В общем, я уже приехала в сауну. Идем мы вот в отель Робинсон, насколько я знаю. Девчонки сказали. Мы здесь с Чарли каждые выходные, каждое воскресенье гуляем. Поэтому эту местность вы хорошо знаете. Так, где здесь вход? Вообще не понимаю. Сейчас девчонкам, наверное, позвоню. Че, почем и как, где здесь заходить. В общем, сейчас все вам покажу. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, Камила, я с кем спала? За тобою бегала, Дед Мороз. О, Дед Мороз. Напилась немало я. Не, в этот раз. Рюмок. В этот раз как раз пить-то мы и не будем. Да. Дед Мороз уехал парковаться. Я привезла вино безалкогольное. Зашибись! А я вообще пакет с мандаринами, со всеми делами дома оставила. Зато я тебе привезла колпак. И шапочку в бассейн. Да. Конечно, а я иду. Куда он? Не знаю, куда поехал. Куда поехал? Да я главное ему сказала, а он взял, повернул и обратно. Где Ольга? Я не поняла. Ольга, она мне смс-ку прислала. Посмотрим. Такой вот здесь ресепшн. А мы уйдем. У нас куда-то так. Боже мой, это каждую елочку собирает, что для фоток. Конечно. Знаешь, что нам сказали? Выйти что-то это. Повернуть. На одну ступеньку не спуститься. Иди туда, не знаю куда. Ну, туда можно. А, точно. Потому что здесь никто не... То зайти нас не пускали. Ну там и останем. О, капуста, прикиньте, здесь огород. Огород. Лимоны, смотрите. Капиздочка, смотри, какая. А это ромеро. Или нет? Капуста у них тут, смотрите, салаты, все цивильно. Сейчас пока прокружимся. Так вот тут. О, бассейн, ну вот и все. Ой, а не. Так, заблудиться тут можно. Заблудиться. Сейчас посмотрим, что за спа. Это еще мы трезвые. Мы сегодня будем какие-то пьяные. Кони запряженные. Да, кот пьяный. Будем смотреть. Снегурочка. В лесу. Ура. Куда? Найдем. Кордову. Тебе не надо, Тань? Тебе же без разницы куда. Я завтра поеду. Ты завтра поешь? Да, я поеду. В Мурсию. А, вот спа написано. Фитнес. Спа. Надо было вообще туда на всю ночь прийти. И... Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Ой, что здесь делать? Вот бассейн. Ну, мы тоже, значит, с телефоном. Раз они с телефоном, там мужчина за столбом. Вот. Мы такие. Мамы такие. Красивые. А где Ольга-то? В общем, так, бассейн. Приступаем. Первый раз, но тут такая грязюка. Прям вообще как-то странно все это смотреть. Очень вообще фу-мляка. Хотя отель такой, знаете, сколько-то 5 звезд или еще что-то. Можно вас заснять? В общем, они там плавают. Сейчас я буду плавать и вас засниму. Меня заснимут. Вот оно, синхронное плавание называется. Это так можно вот так. Да. Здесь вот такая вот сауны, джакузи. И вот такие вот чай. С пенкой.
чай. Там никто не плюнул. Холодный. Таня. А что? Так холодно здесь? Чуть холодно. Тут правда. Как-то 60 градусов. Это одна сауна. Интересно, там никого нету? Оль, посмотри, есть там кто или нету? Ну что, она пенится? Мне как-то совсем не очень нравится, что она пенится. Финичек ей дать. Ну, грязь, конечно, не ахти. Мы вот когда ездили в другой отель, там было намного все чище. Здесь, в принципе, такая же. Было все намного чище, намного... А, здесь 90 градусов. А сауна мне не вызывает доверия, потому что она грязная. Вообще грязно здесь. Мне кажется, здесь такая грязь. Грязь везде. Вам так не кажется? Мне кажется. Как-то не ахти. А здесь прям... Мы, короче, у нас такая идея. Еще мы с клубаками нам такой надеть. Новогодний. Они там шампусик достали. Все за рулем, кроме Тани. Она с мужем, она умная. Ничего. Мы же не сейчас мчится весной. Она прям, смотрите, за руку меня дергает. Снимай меня, снимай. Смотрите, что он везет, Алин. Ой, конфетки баран. А это же худень. А мы с чего будем пить? С горла. Кстати, хорошо, что вы наполнили. Конфетки я собираю. Слушай, ну если выгонят, так выгонят. Что нам такая разница? Что это? Заплатили 15 евро. Ну, конечно, в другой мы сам. Мы за эти 15 евро. Скажу, здесь все возьмем. Ой, блин. Скажу, пока не отсидим. А, они вот так завернут все это в полотенце в белое. Я думаю, зачем полотенце? А, я шапочку даже возьму. А, ты даже в халате? А, ну Ольга в халате. И я в халате. Все, я в халате. А у меня нет. Вообще. Я имею дело. Ужасть, ужасть. Вот такие мы девушки. Я не умею сюда. Кабинет. Это мой. Ну все, раз. Так. А, нам, кстати, сказали, в шапках, бля, в бассейн так нужно входить. А в каких нам не уточнили? Куда эти посмотрели? А в каких не уточнили? Ну, ничего, нормально, так сойдем. Ну и в таких пойдем. Так, сейчас. Да, пакет не кстати, нужен, что ли? Же? А у нас шапки будут для сауны. Да. Нам сказали в шапках для сауны. Мы в сауну пойдем. Права. Все. Мы сначала зашли, обсмотрели ситуацию. А теперь мы скажем, что они там выпили. Мы вообще ничего не пили пока. А вообще там в одной сауне 60 градусов всего. И мы там сидим, делаем это. Ой, уже заняли. Танька, натюрморт делает, натюрморт. Фотографируй, дурында. Я видео, нахер мне ваши фотографии. Ой, ой. Ой. Ой, шапочку надо положить. Ой, ну, ой, ну вы видали Новый год, а вы говорите. Ну сам себе настроение не создашь, так, тебе его никто не создаст. Тихо. Ты, ладно, мы уходим, мы уходим. Давай, Ольга. Давай, Ольга. Давай я открою. Давай. Надо было мужика-то поставить, чтобы он открыл нам. Точно, и ушел. Конечно. Давай. Я открою. Давай, давай. Ну-ка, давайте. Ну, давай. Все у тебя получится. С Новым годом! С Новым годом! Темно. О, чё? Ну-ка, может, как-нибудь посветлее, может, нельзя. В общем, мы там разливаем шампанское. Здесь мужчина какой-то и лег и лежит. Лежит и лежит, лежит и лежит. Он не лежит. Потом он ушел. Он отдыхал. Отдыхал. Смотрел на трех девочек красивых. Там шампунчик открывать. На улице какое-то сумасшествие. Машины припарковали даже там. Например, вот здесь нельзя парковать. Где нельзя парковать? Вообще, кобздец. В общем, да, жесть. Но я припарковалась, так что идем собираться. О, гляньте, к этому повезло. А, нет, не повезло, тут тоже нельзя парковаться. Я припарковалась, прям мне повезло. Я даже сама не ожидала. Вот. И сейчас, о, кто-то дверь открывает кому-то. Думает, что кто-то куда-то пришел. Никого не... В общем, иду домой собираться и едем к Ольге отмечать Новый год. Вот такой вот у нас стол. Креветка, селедка под шубой, ням-ням. А здесь моя картошка, сейчас достану. Вино, в общем, все вот так. Вот там еще что-то разогревается. Оля, вот такая елочка красивая. Еще у нее там камин, потом зажжем. Удобненько будет. Так вот красиво.
Дехала кебай. Таня там. Тань, скажи всем. Hello, baby. А, ну вы ее видели вообще-то. Нет, меня не видели в этом свитере. Ну посмотрите еще. Очумелые ручки. Да, она сама. А причем у нее все дети так. И муж тоже. Муж она тоже на месяц. У меня семейство. Это бодяга на месяц. Ну не на месяц. Ну неделька. О, гляньте, у нас что есть. Папа будет. Гляньте, это вам не хухры-мухры. Видали? Все как надо. Дали в румы. Да, да. Прибавь громкость. Громкости прибавь. А, такой есть. Так вот. У нас еще есть. Сейчас 10 часов. Отправим этот год куда подальше, чтобы он там и оставался. И будем новый встречать. По-русски. По-нашему. С Новым годом! Бахтанья Марига. Что там, 2, 3 или 4, что? Никто бы не заметил. Так, тихо, Тань. Сервиет айке понер. А, айке... Судесео, кемарло, ичар пая и бебер. Муча косы. Увы парати. Я говорю, как мы пьем шампанское. Мы что, мы не пьем? Дозе чубито. С винограда. Брати, там вина, айке... Он говорит, 12 рюмков. А если... Но сон на 12 в Моку. Я говорю, антер. Я. Кому в Канаре? No, Канаре много ура. Ура! Союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки. А это, по-моему, старый гимн. Не важно. А новый какой-то, знаешь, что? Не знаю. Ура! Ура! С Новым годом! С Новым годом! Пошел нафиг! Там будет интереснее программа. Мы уже сделали фотосессию, будет вот такая обалденная. Все заходим в мой инстаграм. И мой тоже. Я ее потом отмечу. Не надо. В смысле? А зачем тогда? А как они тогда зайдут в твой инстаграм? А, у тебя все увидит. Мама пускает. Буду я тебя что ли выставлять? Нужна она мне. Я сама выставлю. Во все фотки. Я иду фотографироваться. Она тут как тут вообще. А как же я основной это? Звезда. Звезда. Голливуда. В небе светит. У нас сегодня такой Новый год. Нет, этот, спокойный такой. Чтобы у нас весь год так прошел, знаете? Весело, но спокойно. Так. Я фотографировала заколку. Я умоляю. Я на всех фотографиях заколку. Что ты хрюкаешь? Что ты хрюкаешь? Заколка вот тут была? У нас год машины. Пищать надо. Повторите фотосессию. Да, конечно, там мы во всех позах. Она такая, только сейчас обнаружила. Так ты ее куда лепишь-то? Не знаю я, куда ее лепить. А зачем она тебе вообще нужна? Волосики типа держала. Держала. Я ж после баньки. Неудоченная. Айма, айма. Си, РТР, но? Если где канал? No. No. ¡Campanas! Una, ahora una. Все такие напряженные. Ура! 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 Ты ничего не успела? Ой! У тебя все поместилось! Как конечно, она выбрала виноград большой, красивый. Это тоже с косточек. И дайте подкомячим. Я с косточками и с помячим. Да ты глотала. Завтра у тебя это. Я жевала. Дай завтра. Пойдем.
esta niñita. Yo que tenía miedo para todo. Mucho de champán. Cuatro, cinco, bueno, ve. Yo con eso. ¡No, bigoda! ¡No, bigoda! Hola, yo no veo. Si me mueve la copa, si me di año nuevo. 2020. Ve, ya mostrando mi 20, va. Un añito más. ¡No, bigoda! Primero lo más importante es la vida, ¿que sí? Porque parece que teníamos dinero y no tienes vida. Primero vida, después amor. ¡No, ¿sí? Después salud. No me conté, ¿te está en pareja de amor? Шутка была, шутка, все только начинается. Я даже не обратила внимания, Таня сделала вот такую шоколадную елочку. Шоколадная, но это, господи, слоеное тесто, шоколад, в общем. Выдумщица такая, и она еще там. Еще там. У нас уже время чая. Вкусные, правда? Вообще такой вкус какой-то необычный. Вот эти конфеты, я говорю. Вот еще зефир у нас есть. У нас все как... Ох, бля, откуда ты все это достаешь? Куда бежать? Куда бежать? С чего начинать? Блин, достала. Расти жопа, все это расти жопа. Приятного чаепития. Как мы сегодня культурно отдыхаем-то, а? А всегда мы все культурно. Ну прям сегодня вообще культурно. Мне даже нравится. Так, достала свои 4 камеры. Сейчас ты их выбираешь или ты на все? Поэтому у нее все 4 камеры, не знаете, как фотик делает? Одна камера туда, другая туда, третья туда. Я же еврейка. Точно. Я с одной камеры, я по старинке. Че, видишь, камеры уже пьяные, они уже все. Хлопцы запряженные, кони. Камеры уже сказали, иди ты в баню своей этой. И они задолбались фоткать всех. Чай вкусняшка. Да. Вкусный, да? Даже без сахара вкусный. Не говори. Ляпота. Красиво жить не запретишь. Не говори. А куда зефир утащили? Я зефир люблю. Вот она его есть. Почему? Я диетой займемся послезавтра. Завтра спортзал закрыт. Не, я с Чарли пойду гулять. Слушай, а твой-то уехал, а виноград забыл? Я сама увезу. Я думала, ты сама съешь его. Ну, съем. А что ж, до следующего года, чтоб съесть? Конечно. Сейчас приеду, скажу, жри, жри. Вот глаза съели, да. Все. А вот не лезет. Не лезет. Всем доброе утро. Утро 2020 года. 2020. И утро 2020 года должно начинаться только так. И никак иначе. Кто со мной? Мне кажется, так многие завтракают 1 января. Ну, по крайней мере, я. Я этому очень рада. Ох, сейчас как позавтракаю. И пойдем гулять с Чарли. Вчера было что-то невероятное. Все гремело, все стучало. В общем, Чарли был в шоке. Но и об этом я вам рассказала во влоге вчерашнем. Вот, пошла я завтракать.